Президент США Дональд Трамп 18 января записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором, помимо прочего, рассказал о своих достижениях за 4 года у власти. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации. Ожидается, что записанное в Белом доме видео может быть опубликовано во вторник, однако окончательное время выхода обращения пока не было определено. В своем видеообращении, предположительно, Трамп рассказал о нескольких достижениях во время пребывания на посту, которые, по его мнению, определили его президентский срок. Он также упомянул новую администрацию, однако не сообщается, как именно.